Ну а в отличие от своих подмосковных коллег, дагестанские полицейские, напротив, спасли человеку жизнь. Старший сержант Казбековского РОВД Тимур Идрисов оказался рядом с мужчиной, который потерял сознание в мечети и не растерялся. Подробности в сюжете Пасмат Ханаповой. Ребята, очень вы меня спасали. Спасибо. Это Сайбула Тимиркаева искренне благодарит своего спасителя. Мужчина еле сдерживает эмоции. Эта встреча как для него, так и для сержанта полиции – один из волнительных и важных моментов в жизни. Сам Тимур Идрисов считает, что ничего особенного в данном поступке нет. Скромно признается, это его гражданский и профессиональный долг – помочь тем, кто попал в беду. Длительное время не вышел с мечети. Что-то мне показалось, что может что-нибудь случилось с ним. Просто зашел посмотреть, он, где комната на омовении, он лежит там белый, мокрый весь. Как не показал, у него приступ. Затем Тимур вынес пострадавшего в коридор, сделал непрямой массаж сердца и после оказания первой медицинской помощи вызвал скорую. По словам врачей, если бы полицейский вовремя не оказался рядом, исход мог бы быть печальным. Пульс пощупал, он увидел, что он тяжелый. Быстренько вызвал скорую помощь. Хорошо, что так оперативно все отреагировали. Если бы, конечно, задержались бы с оказанием помощи, как-то не вовремя увидели бы его, чем это закончилось бы, конечно, это могло закончиться и плачевно. За оказанную помощь Тимура благодарит не только сам Сайбула Тимиркаев, но и его близкие. Для сына мужчины весть о произошедшем стала полной неожиданностью. Но Хабибула был приятно удивлен тому, что в этот момент рядом с отцом оказался внимательный и неравнодушный человек. Хочу поблагодарить сотрудников полиции ОМВД России по Казбековскому району. То, что вы сделали в спасении моего отца, это заслуживает особого внимания и благодарности. Ваш поступок неоценим для нас, для родных и близких. Отметим, что позже в больнице пострадавшему диагностировали кардиологическое заболевание. В настоящее время жизни пожилого мужчины ничего не угрожает. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, при содействии МВД Дагестана.